Ну что, ребята, начинается новая эпоха. Усаживайтесь поудобнее, ставьте свой княжеский лайк, подписывайтесь и погнали. Но перед этим, ребятушки, давайте поблагодарим гильдию Лукоморья топ-12 по силе за поддержку и прорекламируем ее. Туда сейчас требуются игроки от 600 тысяч силы, которым не плевать на битву гильдии, которым не плевать на Нарсию, которым не плевать на атаку фортов. Те ребята нужны, которые хотят развиваться, друзья, и просто бомбить по всем фронтам. Так что, ребятушки, если 600 тысяч сил, вы взрослый активный игрок, то, пожалуйста, милости просим, вступайте в гильдию Лукоморья. По поводу вступления в гильдию, писать в Телеграм, вся информация, ребятушки, у вас на экране. О божечки, наступил тот момент, наверное, уже последний, но тот момент, когда я начинаю заново играть в битву замков. Мы прошли тунца, мы прошли яйцо, я сделал все, что мог, но когда стало неинтересно играть, я все это вам отдал, ну где-то отдал, где-то продал, не суть. И тут многие из вас спросили: князюшка, давай, давай, пожалуйста, еще один... Пожалуйста, и чё, я мог отказаться? И еще раз начинаю играть с нуля вместе с вами. И что самое главное, без доната. Потому единственное, что я вас, от вас требую, ребята, это поддержки. Поддержки, ребята, только от вас будет зависеть выход этой рубрики. И только от вас будет зависеть та продолжительность, сколько мы будем играть на этом аккаунте. Давайте сразу скажу. Ой, что-то у меня тут звуки пошли. Сразу же скажу, ребята, что я пока не придумал ник. Возможно, на этом видео мы ничего такого особенного делать не будем. Я просто раскидаю, расскажу, что, зачем, почему. Потому что этот раз будет немножко не так, как в прошлые времена. Будет немножечко по-другому. Сразу скажу, что если кто-то хочет одновременно наравне со мной создать аккаунт, то убедительная просьба, ребята, не прокачивайте на нем пока что силу. Там, ну, максимум до 1000 силы докачайтесь, то есть до 1000 силы, друзья. Потому что будет движуха, потому что я попытаюсь со своими ребятами, со своими модераторами, со своими спонсорами канала устроить маленькую движуху, не знаю, может, еще куда-то подключу, то есть у вас будет шанс в этой движухе поучаствовать и прям устроить выживание, не на жизнь, а на смерть, то есть по полной программе. Потому если вдруг кто-то одновременно со мной создаст аккаунт, ребята, не качайте до 1000 силы, подождите пару дней. Я думаю, что где-то, ну, в конце этой недели или в начале следующей недели сделаю новый выпуск, и там уже все расскажу. Или через выпуск все расскажу. Посмотрим, ребята, но потерпите. Так, у нас новый аккаунт. Сразу говорю, что когда я сделаю второе видео, по данному аккаунту будет создан, как обычно, плейлист. От меня к вам просьба, друзья, просьба. Напишите в комментариях, пожалуйста, какой ник поставить. Можете накидать несколько вариантов ников. Те варианты, которые вам нравятся, лайкайте. Продвигайте в топе комментариев, это поможет продвижению этому видео, и как бы, и это... Вот, и что я хотел сказать, это поможет тому, что я увижу этот комментарий, елки-палки, вот такие вот дела. У меня, знаете, конечно, есть несколько вариантов в голове, как я назову данный аккаунт, и скажу честно, вряд ли вы сможете... повлиять на мое мнение, но если будет какой-то реально суперский вариант, который всем понравится, его вы продвинете, вы сможете меня переубедить, тогда возьму вариант из комментариев. Если нет, если это будет недостаточно креативно, интересно, ржачно, прикольно, молодежно, виртуозно, умопомрачительно, тогда, конечно же, я возьму именно свой вариант, потому что, ну, как бы свое говно малиной пахнет, как говорится. Вот, ладно, так, что еще хотелось бы рассказать? Да, я все-таки решился на эту вторую рубрику, но, ребзя, давайте просто без обид, не будет, не знаю, от вас лайков, там, просмотров, не будете делиться, короче, не будет этого проекта, потому что это требует времени, ребята, и это время, которое я буду тратить, грубо говоря, на этот аккаунт, я могу потратить на какие-то более полезные вещи, к примеру, ой, не знаю, посидеть на порнхабе, и то толку было бы больше. Ладно, разблокируйте, давайте забираем самоцветы. У нас сегодня такой лайтовый выпуск, я просто с вами поделился хорошей новостью.
наверное, как бы не только для меня, для вас, короче, я уже путаюсь. О, что мы здесь видим? Мы здесь видим демона-охотника. Я создал этот аккаунт в тот момент, когда вышло обновление, я представил ситуацию, вот вышло невероятное обновление с эпик-героями, и что будет, если игрок начинает играть именно в этот момент, и он получает бесплатно нового героя. Слушай, интересно, вот сколько времени они будут новым аккаунтом раздавать этих бесплатных героев? Вы там, если аккаунт создадите какой-то, напишите, вам дали нового героя или нет? Потому что, смотрите, он у меня есть, это будет, по сути, мой первый, наверное, легендарный герой. И, грубо говоря, игра начнется очень быстро, очень, скажем так, динамично, потому как бы даже если это будет рубрика супер успешная, ну, как бы я не думаю, что, наверное, стоит больше делать таких рубрик, наверное, быстрее их заканчивать, начинать новые, может быть, это будет интереснее, не знаю. Вы пишите в комментариях, ребят, что вы думаете, конечно. Ну, как бы, когда просто наступает бытовуха, но это очень тупо, ребят. Также пишите в комментариях, что вы думаете, там, качать полную силу или не качать, но это бред. О, привязать Google аккаунт. Окей, давайте заберем это. Получили. За вход для новых игроков. Получили? Нет. О, все получили. Дальше, ежедневный вход тоже мы получили. Можно посмотреть, короче, рекламу. Ребят, ну мы же бездонатный аккаунт, видите? Я сейчас возьму, с вашего позволения, посмотрю рекламу. И увеличу, я так понимаю, награду. Посмотрел рекламу, увеличил награду. Так, у нас тут подземелье, мне что-то рассказывают. Дальше что? Что я еще хотел бы сделать? Бесплатно тыркнуть. Нового героя будем прокачивать в другой раз. Ник опять же придумаем уже в следующий раз. Тут, смотрите, я даже не могу, грубо говоря, зайти в эту локацию. Печалечка. Вообще надо как бы тут активно уже все делать. Очень жалко профукивать эти, ребята, дни, линии обороны. То есть означает, что, скажем так, к лесу будет собрать намного, ребята, сложнее. А может быть и вообще не получится, может быть они каждый месяц будут менять награду. Ну посмотрим, ребят, ничего страшного. Так, сюда мы не можем зайти. У нас тут есть палач, у нас есть бесплатная попытка, можем поменять милость кого-то там. У нас все, по сути, закрыто, да, нам нужно выполнять эти миссии. Дальше, что тут? Ну, тут мы можем это сразу дело открыть, ребят, наверное, да, у нас бац, тут сразу 240 самоцветов, самоцветы нам нужны, давайте хоть чем-то позанимаемся на этом видео. Использовать стартовый набор, давайте используем, я уже и забыл, что там у нас, слушай, а они, походу, стартовый набор изменили, потому что, друзья, я что-то не помню, что там, чтобы там золото раздавали. А, хотя смотри, ну раздали-то по сути фигню. Это, грубо говоря, ерунда полная. Но у нас есть вот такое вот золото. Вот такое по 50. А дальше, что еще? Вот так вот делаем. Отлично. Дальше, вот. А, снова у нас нету места. Ну, мы можем каких-то уже героев начать распаковывать. Панда-разрушителем. Вообще, в принципе. Нет, конечно, их нужно распаковать, но, с другой стороны, нам уже и гарнизон не нужен. Можно по этому поводу не париться. Давайте Бога Грома распакуем. А дальше уже по поводу, скажем так, вот этих героев мы уже будем думать их распаковывать. Ну, для судьбы, по идее, их как бы было бы хорошо распаковать. Да, вот для судьбы, да, было бы замечательно. Так, снова не могу ничего делать. У нас две легендарные карточки. Давайте мы их тоже откроем. У нас появляется Купидон и Ниндзя. Тоже, по сути, открываем. Купидона и Ниндзя. Так. Ну, я думаю, может быть, и нового героя тоже откроем. Но, правда, тестить его будем уже в следующий раз. А, смотри, снова у нас недостаточно места на складе. Ну, ладно, ребята. Давайте открываем демона-охотника. Посмотрите. Это у нас появляется эпик. Эпик-герой на новом аккаунте, да? И что у нас? Смотри, у нас тут, грубо говоря, 4 легендарки. У нас, по сути, тут уже собрано супер... А, я же забыл, нам же еще строить надо. Нам еще, кстати говоря, надо убирать вот эту вот штуку разную, да? А у нас, как бы, мы не сможем строить, да, если... Так, давай зал экспонатов поставим.
Дальше это у нас все бесплатно. Дальше что мы еще поставим? Ресурсы. Так, это у нас тоже бесплатно. Дальше что мы еще поставим? Мы поставим! Ой! Мы поставим, так, вот это мы тоже поставим. Так, это мы тоже завершаем. Что тут еще? А, там ник надо сделать, а здесь мы забираем 5 самоцветов. Ну, все, что мы могли построить, мы, грубо говоря, построили. У нас только одна таблетка. Сейчас мы можем, знаете, что сделать? Во-первых, сразу поставить, наверное, магию улучшать. А, блядь, второй уровень надо, сука. А, во, у нас как ратуша выглядит. Я уже и забыл, как она выглядит. Смотри, и ускорение. Ну нет, пока ускорением пользоваться не будем. Дальше, что мы еще можем улучшить? Что нам... Ну, давай эту магию зданию, магию улучшим. Так, тут мы пока ничего забрать не можем. Дальше. Ну, пока что. Пока что все. А, ну вот можем вместо палача поставить, к примеру, нового героя. И давай пройдем. У нас тут, видишь, это нам все пригодится. Огоньки эти, давай-ка. Ох, как это ржачно выглядит. Эпик-герой, короче. В первой подземке. И прям, ух, вообще, да? Эх, ну надо вообще ставить на таблетки 4 героев, но у меня, по сути, только одна таблетка свободна. Давай там ратушу бей. Посмотрим, насколько он прокачается. Ну, как бы да, если я буду ими проходить, то они будут прокачиваться, соответственно, ну, если я буду там 4 героев использовать, они, соответственно, будут дольше прокачиваться. Построить я пока что ничего не могу. Ратуша у меня... А, ну я могу за один самоцвет ее ускорить. Завершить сейчас, да? И что мне тут открывается? А, питомник. Ну куда же без питомника? Вот это же... Мне ж не таблетки нужны, мне ж питомник нужен. О боже, давай ты меня обучишь всему найти. Сейчас у меня питомец появился, да? О, я могу прямо... У меня, знаешь, у меня карасик появился. Я прям карасика на него могу поставить. Это хорошо, друзья. Вот, правда, у меня таблетки нету, это плохо. Так, тут что мы забираем? Мы тут что-то уже забираем. Один строитель у нас отдыхает. Строим, улучшаем. А, вот у нас, ребят, таблетки. Вторая таблетка пошла. Так, арену я построить не могу, пока у меня нету ника. Лагерь, друзья. Окей, ну что ты там мне с питом найти? Давай, найти, вырастить. Да все, я знаю. Ну что вы к мне... Вот почему нельзя, они не придумают до сих пор кнопку? Вот смотри, он мне сейчас будет учить, как питомца поставить. Конечно, спасибо тебе. Вот у нас тут супер питомец появился. Окей, ну давай, все. Обучил меня, спасибо. Так, второго героя какого ставим? Давай Купидона. Я, может быть, полезнее был бы, конечно, бог грома. Да, он бы быстрее тут все врубал. Так, мы тут уже что-то первое можем получить. Забираем. Смотри, скоро рыцаря получим. Ну-ка, давай еще одну подземочку пройдем. И уже будем, наверное, будем уже заканчивать это видео. Может быть, нет. Смотри, у меня уже эпик-герой 4 уровня, друзья. Эпик-герой у меня уже 4 уровня. И как бы, ну, тут супер легкие подземки. Слушай, я думаю, надо попробовать подземки эти проходить ровно до того момента, ну, пока будет получаться проходить. То есть не прокачивать героев, вот ради интереса, не прокачивать героев, пока не пройду эти все подземки. Ну, то есть идти ровно до того момента, пока у меня будет получаться именно идти непрокачанными героями. Интересно, докуда я пройду? Ну и плюс они, видишь, они сами тут по чуть-чуть качаются. Видишь? Давай еще одну. О! Ну это реально, это неинтересно, это скучно. Сейчас тут, смотрите, вот этот вот чувырлик отлегнет. Отлегнет и пропадет! Вот так вот. Отлегнет! Я не знаю, что-то тупорылое. Вот я, знаете, я больше всего не люблю людей. Ну, я вообще, в принципе, людей не люблю. Ну, кроме своих подписчиков, потому, дружище, бери и подписывайся. Но в целом, я какую фишку хочу объяснить. Вот чем меньше человек умеет петь, тем больше он любит петь, понимаете? И я все время стебался над этим.
но вот у меня в последнее время в видосах конкретно именно этот случай. Вот конкретно именно этот случай, ребята. Так, ну у меня уже сила прокачалась. Ой, да, я крестьянин, спасибо. Спасибо, я крестьянин, давай. Улучшаем. Все, дальше улучшить не могу. Ну что, у меня уже... А, слушай, 800 сила. Ладно, давайте я попробую... Ну, или просто реально давайте аккаунты. Аккаунты, ребята, создадите, да. Давайте, до 1000 силы вы создайте аккаунты. И пока на них, грубо говоря, ничего не делаете. До 1000 силы. Вот. Ну, или может до 2. Ну, не знаю, до 1000 силы. А дальше уже будем смотреть. Дальше будем уже, грубо говоря, делать вещь. А, мне ж нельзя прокачивать героев. Я думаю, что на этом будем прекращать. Пишите в комментариях, что вы думаете. Не забывайте все то, о чем я вас попросил, друзья. Пожелаю вам огромнейшей удачи. Завтра, к сожалению, возможно, видосов никаких не выйдет, потому что я уезжаю в другой город на день рождения. Вынужденная поездка. Вот, вас всех целую в помидоры. И всем пока.